Продолжается Светлая Седмица. В пятницу Пасхальной недели празднуется День иконы Божией Матери «Живоносный источник». На территории Храма Рождества Христова с 2009 года по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора обустроена надкладезная часовня в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» и освящена скважина с артезианской питьевой водой. Сегодня, по завершении Божественной литургии, состоялся крестный ход к источнику и освящение воды. Появление этой иконы связано с чудесным событием исцеления Богоматери Слепца в середине V века у источника недалеко от Константинополя. В память этого чуда завершается малое освящение воды. Вода живет варящая. Пьем и окропляемся, вдоль окропляем и больным даем. Христос воскресе! В нашем храме самая вкусная, чистая и благословенная вода!